Ну, в целом, ты вообще слушаешь кью-поп? Әрине тыңдайым. Кью-попты барлығы жақсы көреді, солай ғой! Солай ма? Ну что, тогда давайте узнаем, кто же в этом году стал лучшим кью-поп проектом. Внимание на экран. Евразийская музыкальная премия EMA-2019. В номинации «Лучший кью-поп проект» представлены 91 EQ, Mad Men, но вообще все кью-поп артисты действительно стильные, молодые, яркие, талантливые, это бесспорно. И сейчас, чтобы огласить имя победителя в номинации «Лучший кью-поп проект», приглашаем на сцену успешную молодую бизнес-вумен, фэшн-дизайнер, основатель сети магазинов брендовой одежды «Улумурза энд Ханум», очаровательную Айкумус Диси. Қош келдіңіз! Добрый вечер, Алматы! Как упомянули, компания «Улумурза энд Ханум» уже как 10 лет. 10 лет мы имели честь одевать звезд шоу-бизнеса, актеров, телеведущих, телемедиа-агентств. И вот уже спустя 10 лет мы имеем возможность, мы удостоились выйти на сцену Алматы-арены и вручать премию заслуженным победителям. Это очень волнительный момент для нас всех. И лучший кью-поп проект награждается Камбулдыкин 91! Арине 91 Тоба! Статуэтку за группу 91 получает исполнительный продюсер Jizz Entertainment Гаухартас Бересова. Но сегодня группы 91 с нами нет в зале, но ребята уже записали видеообращение именно для своих фанатов. Внимание на экран. Салем, сіздермен бірге. 91! Салем, Арена, салем, Музон, салем, Миглз. Барлықтарыңызға көп-көп-көп алғысымызды білдіреміз. Бізді қолдап, бізге дауыс бергендеріңізге рахмет. Және де қазір ең маңызды сәт. Біз Музонның бұл премиясына келе алмаймыз, себебі біз қазір кью-попты елдің сырт жағында тарату үстіндеміз. Елде емеспіз. Сол үшін де осындай жағдай. Бірақ та, сонда да, премияда бізге көп дауыс бергендеріңіз үшін көптен-көп рахмет. Алдағы уақытта көрсеміз. Ну и, конечно, хочется предоставить слово исполнительному продюсеру Jizz Entertainment Гаухар Тас Бересовой. Бәріне сәлем, 91 тобы және де Jizz Entertainment ұжымы Ерболат Беделхан барлық иглздарға, көрермендерге және ұйымдастырушыларға алғыс білдіреді. Рахмет! Көптен-көп рахмет, 91 тобы біздің қазақ елінің атын шығара берсін. Ең үздік, әлі